победы, как он был от нас далек. Работает! Ну, надо график, где танцы? Это ваша уже проблема. Да. Значит... Дорогие жители, мы поздравляем вас с славной победой советского народа в Великой Отечественной войне. В вашем дворе проживает ветеран Великой Отечественной войны Верин Михаил Иванович. И сегодня для вас, Михаил Иванович, прозвучит попурри военных песен, который исполняет ансамбль русской песни «Распевы», главный хормейстер, заслуженный артист России Геннадий Шалунов. Я жду и мечтаю, вниз возвещая, Вы главный пример мужества и чести. Вы эталон сплоченности и патриотизма. И сейчас все вместе, в честь Михаила Ивановича, давайте исполним песню «Катюша». Катюша.
Катюша, на высокий берег на крутой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Приходила, песню заводила, рассекнула сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. У реки песня, песенка девичья, ты не лети за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье, от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила с берега Катюша, уносила песню за собой. Уходила с берега Катюша, уносила песню за собой. Спасибо за победу! Спасибо за Родину! Желаем вам мирного неба, доброго здоровья, долгих лет, благополучной и счастливой жизни. Еще раз спасибо. Мы гордимся вами. С Днем Победы! Ура! У мартеновских печей не смыкала наша Родина очей.